Ёпарасоте, ёкаламане, еще одна Джессика у Татоши в подружках, ей всего полгодика, да, она у нас бигль, малый бигль, да, подожди, тихо, вот это еще одно препятствие, тихо, Татоша, еще одна у нас тут, он собственник ужасный, сейчас я уберу воду, ну, привет. Потом мы тебя попоим потихоньку. Пить хочет, нет? Давно, блядь. Час, наверное. Сейчас. А то это такая скотина. Он и чужие игрушки забирает. И все, что хочешь. Он такой вот удаст. Потом и свои не отдает. И из-за игрушек может и с девочками поругаться. В общем-то, Джесси, иди для нашей мамы крупным планом. Ну какая ты умничка. Ты прямо не боишься, прямо в камеру, молодец. Вон у тебя все атрибуты Джессики. И медальончик, кулончик у тебя. И ошейничек такой. Ой. Ну красавица, трехцветная. Нет, сколько, многоцветная. Вот. А мы тут с Корги познакомились, он сам рыжий, а хвост у него трехцветный. Ну, если... Да, вот это, я это скажу вам. Катоша Шевчук у нас канал называется. Вот сегодня я ролик выложу ваш. И зайдете, посмотрите. Так, тот ролик за 2 дня собрал 2200 этих голосов. Ну, для просмотров. Я не, ну, не гоняюсь за этим. Для меня просто это было шоком. Ну, обычно смотрим, мы смотрим. Потом, ну, кто кого снимает, смотрит. Ну, там еще есть, как бы, это, поклонники вот это тоже немножко. Ну, вот. А тут прямо как это, с цепи сорвались. Но там, правда, ролик забавный получился. Там девочка, мальчик Корги, они по 3,5 месяца. И Татоша. Ну, Татоша так, это, ну, как бы разрешил сниматься. Как продюсер канала выступает. Ну... Джесси, ты что там унюхала? Давай, пока Татоша там в тенечке лежит, папа его, у него воду забрал, чтобы он на нас не ругался. Что мы... О, давай, опа, по подиуму. А по подиуму у нас Корги мраморный выхаживал. Там вообще отдельный ролик, отдельное кино. А тут прямо папа по подиуму Джессика идет, и он рядом, прямо рядом с конкурсанткой. А ты там что? Эй, лохматый. Ну-ка, Татоша, ну-ка, ты что это такое? Ты что? Ладно, все, папа прервется, всем пока.